Үмі түті күннен күнді көрәтшілер бітәге бұл жақпускай берілі. Көріғыт бүгінгі тағыры бұдығар, жақпускайдағы өмеуға үйретер технологическай техникум тұғынан сырдатық бұд. Бүгінгі өлек бұд күхата республикаға ортақ өлек тәхіне бір білдер көстер, үшігі өлелағынан білдер. Кені қаған қайдақ тәрелі бітей. Историяны сегетен көрдіққы түгінші 939 сыллаққа, Тимофей Трофимович Естремскай, түгінші 900 Иркутскайдағы әрген техникумын өйрағын бітерен сақа хелігер үләлі ананан келер. Ол келбіттігер әдер кейіне мағығыңа атығытынан тұруаралылар. Оны сетихиляқты күләлі ғырыттағына ағадайды ұлы хелейте сағаладар. Қас бейді әдер кейі күрдіқ. Ине дойдутын көміскі Тимофей Трофимович от сәріге аттанар. Олу көйі көтөлілінен сақа херін ордық сөбілен, жоқұскай қораты таптан, түгінші 904-дон 6 сыллаққы төннен келер, онына екуттор тәріктетігер директорі сол бұячынан үләға кейлер. Ол кейлен үләні қамнағы білсен, көрсен баран бұ, олықтақ қадырдар, атығыттар, контролер кассирдар республика дүнен тибеттерін белетіу көрер, онына правителіставаға қылғас болжақта курстары арян әдер чаты өретерге әтекілерен тұрсар. Ол тұрсутын өйәнер 1904-1909 сыллаққа күра курстары арян өретер комбинат тәрелілер. Ол комбинат директорінен Молдавиятын төріттәк Несмеев Леп Алексеевич ананар. Онна итінне өсе әбі аны апшипитка кулинардар, повардар, кандидердар, кейбәттер денеми әбі өрәқтәхін, әбі өрәқтәр ұлылалар. Ахылан үлелән кейлен бараллар, ол күрдің жә өрәқтәріктеті онтан ұла сайдан, тәнеен, топсан, ұлатан ихер. Онна жә бұ істендіға бейхақа бұ арас кемге үлеләбі директердер. Қартысқалара бар. Ол олар істерігер бұ Кузьмина Валентина Ивановна 14 сыл бігі өрәқпеттері тәтігер үлдік тағарғылақтық директерінен үлелер. Кені үлелер кемігер диауат кейбәті, материалның базы кейбәтін бәлетті көрін тұрсыр. Икі тәстіқ бұ білігін үлелі тұрар дебетін түгінші 917-19 сыллаққа үләға келдеттерер. Онан кені Валентина Ивановна үтеті өңеті бұ өрәқтері тәтігер. Лақан, кәнекі сыллар қонықтар ағын істіқтірін айы бұл правтек өріқтәхіне бігі өріқпіт күхата білдер көстер местені ұлан кейлен барар. Оны директорінен Мұғуев Геннадий Үліш өркемне үтес овастақтық үлелен ұлақан коллективі салаян келер. Онтан кенені 2-4 сыллаққа үддік. Өрек күхатығар ректорынан анавыттарығар, кене оннығар Кокаш Ольга Александровна директері бәңіңін толырашынан ананар. Онына ол күнтінілі бүгінгәңі дейлі үлдікті харғылақтық үлелі сылдар. Тоғы оны сылларға бұл күра өректері қолбағын политиката сағалан мұтығар. 1994 сыллаққа ақсыз нөмірдәк өректеріктеті бұл коммертиска лицейге қолбонан бір тәріпті болар. Бұяқа бұл манна бігі кен тұттар, бұяқа арас кемге үләләбейт, ветеран ұшуталар бұд, ветеран үләйттер бұд, қартысқалары тұралар. Кенілер бұл өлек тәріптетігер үтвелері, өңілері ұлақан, оны бігі студиянлар бұд қағандағаны ұмны баттар. Кенілері құрутын бігі ақта саны сүлде бұд, кенілер биографияларын оғыларға тарқата бұд. Ол күрдік мәнна бұ музей тәріктетігер бәлерін үрдікі нағарадаларын сәрі ветерана, әрген ветерана Раздияқынап Алексей Маркович нағарадалары бағалар. Оны үлі тұл ветерана Лабанова Надежда Максимовна. Оны тәне бігі бұ кен тұттар выпускниктар бұд қартысқалара. Ол күрдік бұ сақа ағын аңдойдыға білдербі тарқапыт, тарбақа бір Накентин Накентевич әме бігі қай өрәмміте. Оны тағынан бұ әрген
Утюлях Ольгейте Самсонова Клавдия Васильевна. Клавдия Васильевна бете үрдікі нағарадалары. Мұны бігеқі балылар, қараллан сұталылар. Оны тегіне тағынан қолыбыры бұ Голина Ирина Трифоновна бігеқі өркемге директори научно-медицинской үліғі Солбиячынан үлілі Кені нағарадалары бұ бігеқі музейге қараллан сұталылар. Қаз білді өрек тәріктеті бәтін студенларын сетігетінен кен тұттар. Бо стендағы бігі студенттар бұд арас күрәктерге республика, Россия тағымығар көй бұд студенттар бұд. Бо стендағы бігі ұшталар бұдынан кен тұтта бұд. Бо Саха республикатын президентін ғранларын ұл бұд, арас сыларға ұл бұд ұшталар бұд. Кенлер бігі өрт сыларға үләлілер, бігі қадырдар үйбәлі тұтту түрдіңі сыл үләлілер. Онан бұл бігі бары бұшоттақ. Ветеран учуталлар бұд. Ол күрдік біхеге бұ бәбет ағада дүсеретін күттілақтарын ветеран, тыл ветеранларынан кен тұтта бұд, кенлерге құрутын көмілігі бұд. Қаз білді ветеранға студенттар, ананалар, группалар, онына кенлері бірағыниктарына нәғардерілер, онына арас диеттас үлетігер, дача үлетігер, кенлер туақ қалақтарынан группа олары бараннар көмілігілер. Беге бұ тыл ветеранларын бұтын қағандағаны ұмныва бұд, бұрутын чести бит, ақта бұд кенлерге сүгірия бит. Соловьев Анатолий Георгиевич беге өрек бұд қағатығар директорінен үлілі бітті бұ ағадайды олу сәрейтен күттігілаға, кені үлілі біт үлітін олығын беге студенттар бұд өретелілер, чинчерлер, онна құрутын ақталлар, санылар, кен тұтталар. Наше учебное заведение, как, наверное, и большинство образовательных учреждений системы среднего профессионального образования, сегодня думает о больших задачах и планах, которые связаны с изменением, которые связаны с изменениями, которые происходят сегодня в экономике нашей республики, нашего региона и вообще Российской Федерации в целом. На разных уровнях сегодня говорится о том, что система среднего профессионального образования должна, подготовить таких специалистов, которые бы соответствовали требованиям работодателей. Поэтому одна из основных задач, которая стоит перед нашим образовательным учреждением, это обеспечение соответствия квалификации наших выпускников требованиям современной экономики и нашего работодателя. Надо сказать, что те профессии рабочие и специальности, которые реализуются в нашем учебном заведении, они очень востребованы в нашей республике. Мы ведь относимся к сфере малого бизнеса и предпринимательства, а сегодня в республике именно это направление, оно развивается. Поэтому и трудоустройство у нас в настоящее время на высоком уровне. Так, например, трудоустройство по таким самым востребованным профессиям, как поварское и кондитерское дело, повар-кондитер, технология продукции общественного питания, технология хлеба, макаронных, кондитерских изделий, администрирование отеля, гостиничное дело и ресторанный сервис, трудоустройство от 68 до 84%. Если же мы будем говорить о том, что многие наши студенты не сразу идут работать на производство, а поступают и в высшие учебные заведения, что тоже ведь очень хорошо, потому что они потом возвращаются и имеют более высокую квалификацию, то занятость составлять будет около 100%, 98% или 100%. Для того, чтобы обеспечить это самое высокое квалификационное требование к нашим выпускникам, конечно же, основная задача, которая стоит перед нашим образовательным учреждением, это повышение квалификации кадров, то есть обучение наших преподавателей, мастеров производственного обучения, обучение новым технологиям, которые сегодня необходимо знать нашим студентам, нашим будущим выпускникам.
Второе – это развитие материально-технической базы. Сегодня этим вопросам уделяется очень большое внимание. Действуют и работают федеральные проекты, например, такие как 5000 мастерских. Наше же учебное заведение, оно тоже занимается развитием материально-технической базы. И поэтому за последние годы мы можем сказать, что, например, с 2000 года мы открыли 3 новых учебных мастерских. Это мастерские для подготовки студентов по поварскому и кондитерскому делу. Это специализированный центр компетенции «Кондитерское дело», который у нас аккредитован не только на региональном сначала, а теперь уже на национальном уровне. Это новая мастерская лаборатория, которую вы увидите. Это по парикмахерскому делу, а также информационных технологий. Работаем мы сейчас и на будущее, то есть в настоящее время у нас как раз идет ремонт и обеспечивается модернизация новой мастерской, которая будет вводиться с 1 сентября 2023 года. Это конструирование, моделирование технологий швейных изделий. То есть мы стараемся уделять внимание, именно материально-технической базе нашего образовательного учреждения. Если говорить о методике, то в последние 2 года мы очень серьезно занимаемся сетевыми технологиями. То есть работая в нашем кластере, профессионально-образовательный кластер индустрии гостеприимства, который, в общем-то, теперь знает не только наша республика, но и Российская Федерация, мы участвовали в прошлом году в конкурсе, федеральном конкурсе на платформе «Смартэко», который проходил. Мы стали финалистами этого конкурса. В этом году профессиональный образовательный кластер, председателем которого является Тумырова Татьяна Александровна, мы являемся главным образовательным учреждением, мы заняли 1 место по республике, то есть наш кластер занял 1 место и 2 миллиона рублей, на которые мы сейчас уже приобрели оборудование для целого кабинета информационных технологий, то есть обновили полностью компьютерную базу нашего образовательного учреждения. В рамках профессионально-образовательного кластера у нас отрабатываются сетевые механизмы взаимодействия, то есть мы очень плотно взаимодействуем с профессионально-образовательными учреждениями, их у нас 6 профессионально-образовательных учреждений, которые входят в наш профессионально-образовательный кластер. Здесь разрабатываются совместные учебные программы. Студенты из УЛУСов, например, Сунтарский техникум, которые приезжают и проходят профессиональную, профессиональную практику, производственную практику на базе наших профессиональных учебных мастерских. Также считаем, что одной из основных задач, которые стоят перед нашим учебным заведением, является и развитие, учебных предприятий, которые есть в нашем образовательном учреждении, развитие внебюджетной деятельности. Өңөрү направлениетынан 12 программанан биги оголору үйрөтөбүт. Ола битер биги 9 специалистов среднего звена, онна 3 рабочий кадрдары билимдер программалары үйрөтөбүт. Ону тагынан элбек профессиональное обучение онна иде тагымын үддети программалары бу бевит многофункциональный центр бит нүнгү бараллар. Бу многофункциональный центр биене федеральный проекттерге кыттар холобра билигин эти содействие занятости, карьерный рост ден программанын кадрдары беремнилер. Техникум элбек бейтим бу тынча 2 тынча хилбетет сыл гадылы туон сайддар барылын агыс программа бар. Основная ягыз программа, ол керчетінен өлейбет, колобра, ол программалардан бигдестері дуальный обучение ден. Олата бігеге 2014 сыллаққа федеральный инновационный площадка болып бұд по направлению внедрения элементов дуального обучения в образовательный процесс ден направлениянан. Ол түмігінен білінге дылы үлелі хеде бұд, онна сетеге бітінен ден сөз біріген, иделер бітін баратын дуальный обучение атахарды бұд. Бейбіт
территориалер битин, который договор тюрьмы, но на договор будет на оголор будет производственный практическая подготовка, которая именно ол территориалерге берер. Икис программатнан болар профессиональный компастин, ол чечитнем балана оголор именно идеалерин тахамин уддетиге эти чемпионатные движения, демэкзаменнар, сетевой үйс программа бытнан бигене региональная площадка сетевого взаимодействия ден, ол чертитнен биге профильные эти территориалы үйрэх территориалерин кытары орто үйрэх территориалерин кытары бирге үлэлибит, онна бэйбит эти ассоциация гостеприимства ден, предпринимателлер холбахуктарын кытары, межрегиональный уровень тахсар бытыгар Тюмень технологическая техникумын Хабаровской да технологической техникум колледжи которые биргулеливит он на сетевой направление на эти международные сотрудничества эмье вле эмье ол чертительным барар болла флагманская программа вот биги и китагинча он то усаллахка бары администрация Сколково программа на вермипит олонна верен хаджаммит биги бейбит флагманская программа вытнан развитие туризма гостеприимства в Якутии ден оңыстуу пут ол чертитнен билеген бигекит таммыт бу программа выт финалга тахсан бу сатуртаата мин Казань корка барамын бу программаны күмшискен келлим атын программаны этер болох программа вытын этер болох бытына воспитательный өттүнен эмие тох проектный менеджмент в организации воспитательной работы ден эмие программа бар ол программанан арас кайсхалах эмие үлелер ытыллар хамай билегин тох буттен 12 программа воспитания колобра бары направлениетнан кирен бу үрэх тогар баратурар Федеральный закон об образовании в Российской Федерации уларии кирбите, ол уларии кирен хазбидди уэретер программа бытыгар, программа воспитания ден кирехтах, онан билегин биге 12 оннук программалары оңоромут, бу уже үлякеллерен ыгтахджабыт, үлэ ыгтахджабыт ол кайсханнан. Бу европы планы үз базалах, басты базовый план был Чернышевского турар, манула на главный корпус бар, кондитерский бар, столовая у нас бар, манула на предметные залы, предметные кабинеты. И киз базового плана манула чугасы матросовы улсавар, манула на швеялара тухтара, парикмахердар, на повардар. Юз базового плана Джиринского турар, манула спортзал бар, он на физкультуру оплачи чаще всего. Он нула на общежитие бар. Блин, лабораторная работа был турар, студент нарга. Кинер бьем была на шоколадный капкейк остылар. Тухтах с кремом на основе белка. Мим была на World Skills-ка. И когда ничего он тосыл там барбен. Бастам была на юниор дарга катутым. Бастысыл бен. И кислым была на амей юниор дарга катутым. Он нула на уже кайдам где. А то бастык тур была на тердюс мистер албудым. Он нула на барыхана да демамын, то и кистям арбудым, он на ситилахты катамын кайбудым. Дальше нула на бу уэрахы кибитым, он нула на уже профессионалы ден категория кирестам где. Он на ме кайбудым. Май китынча сюрбек китер была на шелковый путь тен китайский международный конкурс как тутым. Он нула на беха 120 штук печенья стых тэтвить. Алтон көрін тәвестен болықтақ, алтон көрін икі форма болықтақ, икі форма атсатқа. Алтон бұлана бір формула тәвестен, ұяғына мен тәвестен болықтақ, жүйіна мен тәвестен болықтақ, икіз форма бұлана тайны задание өтеді. Тайны задание өтір бұлана веға қанды кірістеп төрім бәппіт. Оны бұлана прям перед чемпионатым біліктек. Оны бұлана также форма, как форма атсатқы. Это имя ровно перед участием билдер. Оны бұлана сентябрьде кыттамын, икки семестр болбудым. Бул аны сентябрьге кыттамын, сентябрьге Астау фестен конкурска кыттудым. Казахстанский международный фестиваль. Оны ул аны бияка десерт с апельсином эте. Мана ул аны ысыкага бу үйренер тренировочный база бутыр үз преподаватель бар. Ирина Юрьевна, Анастасия Владимировна, онна Марина Владимировна.
хазбирдите улана кондитерской модули итар. Бир булана хлебобулочной кондитерской изделилар, бир булана десерты на тарелке именно, а то он на бир булана эме хлебобулочные изделия. Би базов плана алты рабочие местелях полностью оснащенной международные требования. Тох бартовар. Печи вар, планетарные миксеры у нас, плиты все есть, даже шкафы шоковой заморозки. Мастер ден оғылары күтті тәнге үлілігін, практиканы күтті ванның қолбыры тәнге қайыр үйеретер, кенлері хилден үйеретер қайыр біревек келер, қолбыры үшсәннің бұлда программаларынан, үлілігінің қолбыры программаларынан, докторын ағылар, практикаларын ағылар. Бұл үшерінің производственный столовой ден. Олата манна оғылар бұл жы кәләнлер бәйлері практикаларын ағылар. Холобра холодный, өттінен бұлдағына холодный тоқы ұйтауыд. Герайшы өттінен бұлдан герайшы тоқы тұрауыд. Оның, конечно, мәнің тоқтақ болады, старший дақ, повар. Оны уже оғылар кәлліқтарына уже инструктаж, ең бардан ағылар. Онтан бидді біле тоққа уже повардырға беттілі бүйт. Батчауға кәлі, батча онын әкелінен уже тоқ әпетіне салалалар оғыларға. Оның жаната мастердар бұд әмелі лейділер. Кәлін күнәе өбірегі келілер, қайылар. Бұл білің көрағыт кәнібер ғымқа десет, 2 курс студенттері лабораторный өлелері бары тұрар. Білің кенілер бұл лабораторный өлелерігер астықтақтар пицца, багет, онна хлеб астықтақтар. Бігі білігім бұл кәлін тұрауыт хлеба печенье компетенция тігар, онна кондитерскар цих, оны тәңе өлелер манна. Хлебопечениеға бұл именно бұл компетенцияға, бұл зданияға, бұл лабораторияға бігеннері, олар лабораторны өлелері барар. Студенттер лабораторны өлелерігер кәлендер практически жарықтанар хелдері болар. Онына күрақты хелдер болалар, маннары. Кондитерскай цех пытыр бұллағына арасан құқтарың орын тағараллар, жақұсқай қорытылақты ақтары, хакас келдерелер, арас, птичи, молоко, медовай, арас қоржықтары, кондитерскай оңғықтырың орылдыр. Оны тәңе арас хакастары, ұлыған тәрелтілер хакастылдар, күпі сәргелі хакастыр, медфуд, арас десаттыр балылар, ұнына столовайдыр арас балылар. Дипломны үлелерін практическай частыр манна кәлендер қайылдыр, оңғырылдыр. Оңғырын көрдірін баранлар арас изделелері тахаралдыр. Оны тәңе тоқтартан, яқықаттан сақас кейлер, дипломны өлелерігер хақастылдар. Именно ханға айығық түгім. Дипломны өлелерін практическай частыр манна кәлендер қайылдыр, оңғырылдыр. Оңғырын көрдірін баранлар арас изделелері тахаралдыр. Оны тәңе тоқтартан, яқықаттан сақас кейлер, дипломны өлелерігер хақастылдар. Именно ханға айығық түгімді.